Доказать, что ты сильнейший, кому-то для этого не хватает и жизни, а кто-то успевает за 2 дня. Свои лучшие качества и спортивную подготовку смогли показать свыше 1000 спортсменов, прибывших в Одинцово на всероссийский турнир по тхэквондо «Ника». Состязание проводилось 4-й раз, но впервые при участии министра спорта Московской области Романа Терешкова. Гость дал старт турниру и отметил, что у подмосковных тхэквондистов есть реальные олимпийские перспективы. У нас этим видом спорта в Московской области занимается свыше 6 тысяч человек. Это действительно большое количество людей, но нам есть к чему стремиться. И в ближайшие 2 года мы разговаривали с президентом Союза тхэквондо России о том, что Московская область должна стать одной из площадок по развитию этого вида спорта. И те наши спортсмены, которые занимаются спортивной школой, будут получать практики от самых лучших тренеров по лучшим методикам, которые мы договорились обмениваться с президентом. Всероссийский турнир «Ника» собрал в Одинцово сильнейших бойцов из 12 российских городов. Спарринги проводились на 6 татами. Одновременно со взрослыми соревновались дети и подростки в формате первенства Московской области среди кадетов. Оба соревнования проходили при поддержке администрации Одинцовского района и Министерства спорта региона. Тхэквондисты впервые состязались в волейбольно-спортивном комплексе. 3 года он проходил в МГИМО. И с этого года мы решили проводить его на базе нашего волейбольного центра. Да, что, безусловно, нас не может не радовать. На правах принимающей стороны Одинцовский район выставил наибольшую команду участников – свыше 100 спортсменов, преимущественно воспитанников спортшколы «Орион». Эти юноши и девушки показывают блестящие результаты в тхэквондо, выигрывают европейские и международные турниры. Более 500 спортсменов занимаются. И уже около 100 спортсменов здесь, которые имеют кандидатов в мастера спорта, и уже есть мастера спорта уже. В Московской области уже есть 3 мастера спорта России. И это очень здорово. Среди гостей и участников турнира Гусейн Магомедов, главный тренер подмосковной сборной. Команда занимает уверенное 5-е место среди 86 регионов России. У нас задача стать в этом году на первенство России по юношам. Сейчас будет у нас взять медаль по молодежи и по взрослым. И готовиться уже на Олимпийские игры 2024, которые пройдет в Англии. Готовы мы, уже готовим спортсменов, наблюдаем, возим их и хотим очень сильно поднять этот олимпийский вид в Московской области. Стойки, блоки, удары кулаком и ногами. Корейское боевое искусство тхэквондо с успехом осваивают и девушки. Анна Масейкина в Одинцово приехала из Донецка в составе команды из 19 человек. Заняла 3-е место. Первый бой я прошла, выиграла. Второй бой я встретилась, девочка, которая встала с чемпионкой потом. Вот, она из России, не помню какого города. Девочка сильная, но я буду готовиться, чтобы в следующий раз ее победить. Всероссийский турнир по тхэквондо «Ника» для спортсменов и зрителей стал настоящим праздником спорта. А еще его участники приобщились к благотворительности. Каждый желающий мог приобрести кружку на память о событии и в поддержку фонда «Не бойся, мы с тобой», помогающего особенным детям. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».